2 месяца назад мы переехали в пустую квартиру. И хотя в своем пустом состоянии она несет непревзойденную акустическую мощь, жить в пустом дворце – удовольствие крайне сомнительное. Но где есть переезд, там, разумеется, есть IKEA. Достаточно скоро стало понятно, что у меня просто некуда положить губку для мытья посуды. Терпеть это было невозможно, и первая партия коробочек, вот она перед вами. Пришлось провести дополнительный поиск для того, чтобы найти лампу с категорией энергоэффективности А. Это был принципиальный момент. И далее вы увидите, как прекрасным теплым светом она озаряет мою спальню. Сразу после переезда мой 10-летний MacBook Air приказал долго жить. В этот момент мне вспомнилась прекрасная фраза из Каэли, которую я приведу в официальном русском переводе. Жизнь пробует и испытывает волю людей на разные лады. То сделает так, чтобы ничего не происходило вообще, то обрушит на тебя все сразу и одновременно. Именно так я себя чувствовала, когда после переезда, где из мебели у меня были только стол и турник, и мне нужно было решать совсем другие вопросы, мне пришлось решать вопрос с покупкой Air Studio. Справедливости ради, купить Air Studio я планировала давно. Но когда ты часто переезжаешь, то отягощать себя хрупкой техникой совершенно не хочется. К тому же еще и громоздкой, как вы можете заметить. Поэтому я благодарна судьбе за то, что она просто взяла и не оставила мне выбора. И именно благодаря этому вы сейчас смотрите данное видео. Монтировать его на своем предыдущем MacBook'е я бы просто не смогла. А теперь осталось только придумать систему организации для проводов, и все будет вообще отлично. Вероятно, что IKEA поможет мне и с этим вопросом. Этот прекрасный качающийся стул мог бы стать официальным спонсором всего моего канала. Да, дело в том, что я монтирую, сидя на нем, и это совершенно прекрасное ощущение. По поводу идеи приобретения стульев я сомневалась достаточно долгое время. Однако в определенный момент стало понятно, что пока я думаю над этой идеей и тем, как ее организовать, я теряю драгоценное время и все еще завтракаю и ужинаю, сидя на коврике для йоги. В этот момент стало понятно, что, наверное, вопрос надо решать, и поиски привели меня в один из шоурумов, который располагался в Роттердаме. Там я буквально на ощупь выбрала эти стулья, и через некоторое время они к нам приехали. Из плохих новостей у одного из двух стульев есть дефект. Одна ножка короче, чем три другие. В
процессе, пока монтируется видео, мы общаемся с клиентской службой и, собственно, обсуждаем, как мы будем решать этот вопрос. Но сама идея выбора мебели на ощупь мне, если честно, очень нравится. Я не бросила идеи делать полезные торты и долгое время выбирала себе надежного компаньона для этой задачи. Я знаю, что сказка про Кощея была основана на реальных событиях. Распаковки блендера Смег, которые мне доставили из Биенхофа. 3 коробки понадобились для того, чтобы привезти мне этот ценнейший артефакт. Но результат того стоил, потому что прямо сейчас я в процессе между монтажом звука и клюквенный чай, который стало возможно сделать благодаря этому блендеру. Если это видео было вам интересно, то не забудьте подписаться. До новых встреч и до новых видеоэпизодов. Всем пока!